Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Як завжди, в цій студії ми обговорюємо важливі події, які відбуваються в місті, відбуваються в країні. Зокрема, звернули ми увагу на політичні події в нашому місті. Більш детальніше говоримо про це з депутатом Одеської міськради, головою фракції в Одеської міськраді «Опозиційна платформа за життя» Віталієм Солотенковим. Пане Віталію, добрий вечір, вітаю вас. Здравствуйте, рад вас видеть, давно не виділись. Навзаєм. Отже, пане Віталію, цього тижня відбулись збори депутатів міськради. Було прийнято рішення про переобрання голови фракції в міськраді. Наскільки я розумію, вас обрано, але не всі погоджуються. Що взагалі відбувається? Хто, як то кажуть, легітимний? Не міг не поставити це питання. Я вам скажу, у нас серед депутатів вже битують шутки там. Кто-то кого-то видит, кричат, а царь-то не настоящий. Ну, вось мы про це и говорим. Я на самом деле, знаете, хочу, чтобы у нас разговор сложился без каких-либо обвинений, без сухо по фактам. Должность руководителя фракции – это не статичная должность. Она не выбирается как должность президента или кого-то еще. И, наверное, по силе, функционалу, скажем так, она слишком отличается от какой-либо серьезной должности. Это представительство депутата среди прочих равных одной политической силы. Если большинство переизбирает главу фракции, в этом абсолютно нет ничего. Сегодня пытаются, вы знаете, у меня нет ничего личного абсолютно к Богдану Викторовичу, знаете, как только профессиональный подход. Если человек за год не сумел объединить фракцию, не сумел объединить позицию, может быть, получится у кого-то другого. Может быть, у меня не получится. Кто-то через год или через какое-то время переизберут меня. Я абсолютно к этому нормально отнесусь. Я считаю, что сегодня надо настроиться на дальнейшую работу, а не заниматься передергиванием и каким-то крутиться там, как уж на сковородке, что там. На самом деле мы ничего не делим внутри. Мы как были фракцией, да, у нас есть, все об этом знают, у нас есть два крыла достаточно там уважаемых людей, с одной стороны, с другой стороны, которые в Киеве и являются сопредседателями этой партии. Но, тем не менее, это не мешает нам быть вместе. А вот действительно хотів поставити це питання, тому що зі сторони це виглядає як такий майже офіційний розкол в опозиції. Опозиція, це чисельно у нас два десятка штиків, які опонують міській владі взагалі, по-різному опонують, але ми не про це говоримо, точніше наступне питання буде про це, але все ж таки, чи не є це розколом і непорозумінням саме в Києві з боку там пана Бойка чи пана Раміновича? Ні, знаєте, як говорять, у них свої проблеми, у нас свої проблеми. Ми дійсно год живем в городском совете, в отличие от областного совета, там, где немножко с этим удалось. Ну, знаете, как не должность красит человека, не место красит человека, а человек красит место. Там вот у коллеги, у моего князя Хачатряна, достаточно, я считаю, нормально получается руководить и объединять людей. Монолитная фракция, есть такие термины, можно? Да, да, можно сказать. Здесь у нас, я не могу говорить о том, что у нас нет внутренних проблем, но это нормально. Каждый депутат — живый организм, это личность. Добрый. Каждый депутат — это личность, у каждого есть свое мнение. И демократический принцип, где большинство, там и правда. Сегодня большинство, скажем так, высказало вот такую точку зрения, и без каких-либо там громких заявлений, без разночтений, говоря о том, что это раскол сверху или раскол, нет, это наши внутренние проблемы, мы просто, как депутаты фракции, сегодня решили по-другому. Таке ще питання, доводилося читати дописи пана Гіганова у Фейсбуці, мовляв, не всіх запрошували. Як було насправді, пане Віталію, на чому боці правда? Ви знаєте, я ще раз скажу, що я лично никаких не имею претензий. Более того, у меня, как говорят, с другим крылом, да, там у меня очень много там хороших товарищей, у меня много теплых взаимных отношений. И с паном Гигановым у меня тоже отношения, в принципе, нормальные, рабочие отношения. Говорить о том, что кто-то не знал о проведении этой фракции, ну, честно говоря, знаете, это был секрет Поли Шанеля, знала вся Одесса. Это как когда ругаются на кухне, знает весь двор, потому что форточка открыта. Поэтому, ну, где-то по меньшей мере это звучит как передергивание, говорить о том, что там, а вот мы не знали, а вот официальное письмо к нам не дошло. Слишком много раз нас не приглашали на фракции.
без какого-либо официального заявления говорить, и сегодня говорить о том, что мы не пригласили, поставили в известность. Поставили в известность, если нужно было там три раза расписаться, ну, никто три раза не расписывался. Но тот, кто хотел, тот пришел и проголосовал. Все об этом знали. И официальное запрошение к новоселью знают, это такие красивые там с бантиком. Пане Віталію, таке питання. Які ви основні свої функції, свій функціонал бачите на посаді, називаємося так, голови фракції? Я розумію, що офіційну зарплату вам за це ніхто не платить, але все ж таки якась відповідальність, ну не якась, а така суттєва відповідальність, вона існує. Ви знаєте, це дійсно велика соціальна відповідальність. І где-то ти приймаєш цей визов, якщо тобі люди пропонують і кажуть, ну от ми вважаємо, що ти осилиш вот эту позицию. Ты бросаешь вызов и себе, и той ситуации, которая там сегодня у нас происходит в городском совете. Конечно, нам не хватает целостности, да, нам не хватает единства. Для меня главной задачей не бить с кем-то горшки, не поднимать вопрос на уровень всеукраинский там, или киевский уровень. Абсолютно это не должно ассоциироваться там, с расколом партии, которого в сегодняшний день нету. Проблемы есть, у всех проблемы есть. Ну, слушайте, какой семье, правильно говорят, это как семья, я здесь совершенно с господином Рубиновичем согласен, в какой семье не бывает проблем. Моя главная задача – это отстроить рабочие взаимоотношения внутри фракции. Моя главная задача – это, насколько возможно, найти, скажем так, поразумение, вот отличное украинское слово, поразумение, даже иногда не могу подобрать русские, которые так подойдут, найти поразумение со всеми членами фракции, ну и монолитную, фракция должна быть монолитной, без каких-либо раздергиваний. Але мы не маємо права забувати, що навіть і опозиція, і влада – це частини міської ради. Міська рада – це вже така окрема, але теж родина. Теж є там за, проти. Да. Я бачу по голосуванням, що в основних питаннях, які стосуються ну, таких господарчих питань, ви виступаєте ну, не за, ну підтримуєте взагалі, не йдете проти міста, не там проти мера, проти заступника мера. І це я ну, ставлю як вам такий плюс, тому що працювати в режимі Абаба-Яга проти, ну це теж ну, така собі політика. Тільки хотів вам сказати, розумієте, опозиція повинна бути конструктивною. Якщо є принципіальні питання, в яких ми виступаємо проти, но есть моменты, знаете, гораздо легче атаковать, чем защищаться, при этом что-то делая, при этом что-то конструируя. Вот, например, я являюсь председателем медицинской комиссии. Ну, априори, те вопросы медицинские, которые проходят через мою комиссию и выходят на сессию, ну, если мы провели их через комиссию, если мы, кстати, в комиссии у нас есть и представители оппозиционного блока из другой, скажем так, из другого крыла, мы отлично находим понимание друг друга, есть представители «Доверяй делам», есть представители «Европейской солидарности», заканчивается политика, начинается работа. Если мы думаем, сколько должно врачей обслуживать в КНП во втором, в четвертом, сколько, какой должен быть план, как они должны с пакетов от НСЗУ закрывать, сколько, заканчивается политическая составляющая. Начинается работа на команду, на общий результат. Есть моменты, которые, скажем так, в которых мы не согласны. Но еще раз, говорить о том, что просто так мы против, потому что этого сегодня не хватает. Вот земельные комиссии, да, такие звучащие, кричащие. Особенно останнего тижня. Абсолютно точно. Вы знаете, по сути я могу быть с чем-то согласен, а вот по форме я считаю, что это неприемлемая ситуация. Хотя вы мне сами можете напомнить, а вы год назад в областном совете делали то же самое или что-то похожее. Это крайняя мера. Знаете как, это как крест. Ты же изменивал сорочку, насколько я разумею. Была додатково. Так, такая добрая память. Да. Я згоден, тому що депутати – це ну, не взірець, але я все-таки вважаю, є діалог. Зброя – слово, зброя – закон, зброя – постанова, а не ось те, що ми бачимо. Я, ви знаєте, я міняю сорочку, але я не міняю цвіта партії. И для меня это очень важно, знаете, как бы, вот если там 7-8 год я уже иду вместе, я не перепрыгиваю из партии в партию, не меня, потому что там есть у нас разные представители, которые были в ЕС, сегодня они на 180 градусов развернулись, которые были там в одном блоке, потом в другом, как бы пока ты идешь с партии, пока эта партия представляет и твои мысли, скажем так, твое видение развития страны рядом,
ты понимаешь, что ты с ней вместе идешь. Идеального ничего не бывает, где-то ты согласен, где-то не согласен. Есть, скажи, линия партии. Мы играем и работаем на команду. Поэтому, когда партия, скажем так, если ты в ней разочаровался, но ищи такие же принципы в другой партии. Невозможно сегодня быть за присоединение в НАТО, а завтра быть против. Там, ну, это, скажем так, это что-то такое нестабильное в голове у человека происходит, что непонятно, как он может выражать мнение какого-то количества людей. Вы знаете, вот есть, например, там интересный персонаж в российской политике Жириновский. Он же такой очень эксцентричный, холерик, он кричит то, что другие боятся сказать, иногда приправляя этой чушью, но иногда в нем как бы что-то люди замечают. И вот эта позиция, что вот он, как, сколько уже, лет 10, он, наверное, или 12, или 15 в парламент несли. Ту же самую позицию занял, скажем так, нишу, занял там товарищ Ляшко. Ну, вот видите, не поддержали его, не так он хорошо отыгрывал. Майже забули, тільки ми з вами зараз, якщо назвуть прізвище Ляшко, то багато хто згадає саме міністра охорони здоров'я, а вже в другу чергу ексцентричного політика. Але я все ж таки зауважу, що коли ми працюємо в місті, так, на благо міста Одеса, то ми все ж таки працюємо и на место також, а не только на рейтинг партии. Знаете, да, я вам скажу, вы помните такого депутата, например, как Поросюк? Кто-то там вспомнит, кто-то не вспомнит. Помните методы его, скажем так, работы? Атаковал машину пана Вилкула. Ось я, да, я помню добре. А там бив дверь машины, авто. Поэтому, знаете, как это, пироги печет пирожник, сапоги чинит сапожник. Пока у нас будут вот такие формы и методы, иногда нужны, но это не постоянно. Это не должно быть постоянной форме такой взаимодействия с органами местной власти быть не должно. Говорячи про вашу работу в комиссии с питания медицины, я теж спостерігаю, ну, больше за чиновниками, зокрема, подписан на Facebook пана Нікогасяна, завжди тегаю вас, завжди. Я так розумію, що є співпраця, і вона така, є позитивний результат. Ви знаєте, тут можно или мешать, или помогать. У меня, например, там, по многим нашим вопросам у меня есть своя позиция. У меня есть своя позиция по поводу, вот я, например, там, у меня большой вопрос по поводу бустерной вакцинации. У меня большой вопрос по поводу того, что сокращают сроки там, или чего-то еще. Но мы пытаемся найти общий знаменатель. А общий знаменатель — это для нас там здоровье граждан, это для нас уровень медицинского обслуживания в городе. Да, говорить о том, что мы там попытаемся повлиять и вот сделаем за год, за два, да нет, это постоянная работа. Это такая работа, титанический труд, который мы, наверное, за 5 лет и 20-30% ее не сумеем перелопатить, но должна быть тенденция, должна быть какая-то, ну скажем так, толчковая сила для того, чтобы понимать. Сегодня есть понимание в комиссии, есть понимание, опять же, не без разночтений. Есть понимание с Горздравом. Горздрав не закрывается от нас. Есть какие-то совместные совещания с врачами? Мы приглашены. Есть вопрос оптимизации КНП? Мы приглашены. Есть вопрос, когда приходят и жалуются на какие-то частные клиники, там какие-то вопросы, такие вопиющие вопросы в государственных клиниках, местных клиниках. Мы тоже принимаем в этом участие. Это, ну, нормальный открытый диалог. Я, пане Віталію, бажаю такого діалогу взагалі з усім депутатським корпусом, з усіма гілками влади. Всі працюємо на один результат, щоб в місті, в країні все було добре. Розумію, що партії різні. Вам, вашій команді, взагалі всьому депутатському корпусу тільки успіхів. Дякую, що завітали і відповіли на деякі такі гострі питання щодо події минулого тижня. Дякую, успіху. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». Віталій Соутьонко, Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.